you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! There is another reason. To fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No! I'll never understand! You must try to remember me, and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Тварь, миссионер. Отражает любые выстрелы из огнестрела в лицо. Но есть один небольшой баг. Если поставить на пистолет глушитель, то он по какой-то странной причине перестанет блокировать наши выстрелы. Заперта, эта сука. Черт. Так, ни хрена себе. Одним ударом меня сразу вогнал. Так, ладно. Пистолет это, конечно, хорошо, но дробовик в спину будет, наверное, более эффективный. Главное успевать забегать ему за спину. Да где эта сволочь? Камера, давай. Говорят, лежачих не бьют, но не в этом случае. Ох ты! Да как ты задел? Так, ну еще не красная. Можно еще повременить с выпиванием аптечки. Что если его пнуть по жопе? Ага. Хрен татар. Ладно, будем стрелять туда. Надо там наследил. А вот теперь точно нужно что-то пить. Ладно, когда он встает, он бессмертный, да? Я еще жив. Я еще живее всех живых. Да блин. Так, ты умер? Точно сдох. Then don't say anything. I'm fine, so just get out of here and leave me alone already!
Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Ну что ж, Гарри Мейсон, пусть земля тебя будет пухом. Я найду эту женщину и заставлю ее плакать, я обещаю. Интересно, разлился бы отец, если бы узнал, что я такое думаю. Я вернусь, папа, я обещаю, я скоро вернусь. Да, ну и засранный уже у них туалет. В телевизоре и видике нет ничего необычного. Папин книжный шкаф, тут нет ничего необычного. Да, похоже, Хизер хорошенько изляпалась в крови своего отца. Так, выход у нас там. Ну, давайте немножко еще осмотримся в нашей квартире. Возможно, перед отъездом нам удастся найти что-нибудь полезное. На кухне делать нечего. Интересная фотография. Три девочки. Одна из них большая, две маленькие. Одна со светлыми волосами, две с темными. Что это может означать? Папа, почему тебе пришлось умереть? Ты говорил мне, что ты самый сильный человек на свете. Лжец. Хм. Вот так вот взяла и обозвала своего отца. Фотографии и картины, в них нет никакого смысла. Телевизор.
Время примерно 10-10 вечера. Еще один туалет с ванной, конечно, это очень круто. В двухкомнатной квартире иметь две ванны с туалетом. Я взяла батарею к шокеру. Это мой комод. Мне не нужно переодеваться. Я оставляю все как есть. Так, батарейки к шокеру. Где сам шокер? Я точно не помню, когда, но я думаю, что купила эту куклу на распродаже. Мне она все еще нравится, но сейчас я ничего не могу с ней сделать. Я измотан, но не думаю, что смогу сейчас заснуть. Кроме того, Дуглас ждет меня снаружи. Утро всегда наступает. Это банально, но это правда. Но если твои глаза закрыты, то всегда кажется, будто сейчас ночь. Это фраза героя из этого фильма. Мне всегда нравились эти слова, но сейчас они кажутся глупыми. Зарядим. Немножечко подлечимся. А, так шокер мы уже взяли. Высокое напряжение вырубит плохих парней. Правда, надо до них дотронуться, так что это для ближнего боя. Так, ну, вроде как все. Его обычные детективные рассказы, мой папа их любил. Я не могу никому позвонить, ни в полицию, ни в церковь. Так, ну что ж, выдвигаемся. Хизер теперь вообще ничего не комментирует. Это очень странно. В общем, здесь должна была быть пасхалка. Хизер говорит, что здесь совсем ничего нет, никаких писем даже от мертвых жен. Что является отсылкой ко второй части Silent Hill. Just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? Well, I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Sleeping. I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there.
Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember my childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. For me. For you. Please. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. Was so sudden. I never had a chance to tell you. To tell you how happy you made me. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. 50-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah.
I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital, okay? Roger. И вот мы наконец-то попадаем в город Silent Hill. Если посмотреть по карте, то мы находимся в гостинице Джека. Во второй части я рассказывал, что именно здесь останавливались герои третьей части Silent Hill. И у фанатов на самом деле есть несколько мнений по этому поводу. Некоторые считают, что события третьей части происходили до событий второй части. А некоторые, наоборот, считают, что события третьей части происходили после второй части игры. Но на самом деле это не настолько принципиально, чтобы устраивать подобные споры. Есть определенные моменты в игре, которые подтверждают как первую теорию, так и вторую. О них я расскажу дальше. Вероятно, это совпадение. Но все же это очень странно. Кто мог это сделать? Итак, давайте осмотримся, что здесь есть у нас в этой гостинице. Гостиница достаточно скромная и, возможно, даже заброшенная. Я устал, но сейчас не время спать. Я собираюсь идти в госпиталь. Да, ребят, нас опять отправляют в госпиталь. Это ванна, сейчас мне она не нужна. По сути дела, здесь больше и делать-то нечего. И вот он, наш старый добрый Silent Hill. Комната 106. Так, давайте перед тем, как продвигаться дальше, прочитаем папин дневник, который передал нам Дуглас. Я надеюсь, что это никогда не понадобится. Возможно, лучше, если ты никогда не узнаешь. Больше всего прочего, я боюсь, что ты уйдешь далеко от меня. Но иногда мы обязаны говорить правду. Вот почему я пишу это, пока я не умер. И не забыл все. Что же случилось тогда? Это связано с тем, кем ты являешься. Все началось 24 года назад. Возвращаясь из отпуска, я и моя жена нашли ребенка на обочине шоссе. Так как у нас не было своих детей, мы благодарили Бога за то, что нам встретилось это дитя. Это девочка, мы взяли ее домой. Через 3 года моя жена умерла, а еще через 4, 17 лет назад, я приехал в Silent Hill. Девочка попросила меня, и я взял ее с собой, не зная, почему она хотела, чтобы мы поехали туда. И там девочка пропала. Нельзя сказать, что она куда-то ушла или что она умерла. Вернулась к своей истинной сущности. Вот что сказала Далия Гиллеспи. Истинная сущность – это была молодая девушка, которую сожгла ее мать, принеся в жертву богу Алесса Гиллеспи. Половина ее души сбежала из того пламени и продолжала свое существование в ребенке, в моей девочке, в нашей. 7 лет прошло, прежде чем полудевочка вернулась в Silent Hill, и Алесса соединилась воедино снова. С новыми силами она поклялась убить бога. Бог, плод, выношенный в лоне, принесенной в жертву девушки, был призван обычной церемонией. Это было желанием Алессы, независимо от возможного исхода, даже если ставкой было ее собственное существование. Но то желание не было удовлетворено. Мое вмешательство означало, что она молилась о возвращении девочки. В одиночку я не смог бы ее вернуть. Далее сделала это. Я только помог церемонии рождения, чтобы вызволить бога из Алессы. Новорожденный бог взвыл лишь раз и был мертв. Все из-за сопротивления сознания той девочки и, возможно, самой Алессы. Это не конец. После того, как бог исчез, во вспышке света Алесса появилась вновь. И дала мне ребенка. Эта девочка была очень похожа на ту, что я нашел так давно. А затем Алесса исчезла, погибла. Я ничего не мог сделать, чтобы помочь. Я просто прижал ребенка к груди и убежал. Все это было похоже на сон, но у меня было доказательство, что это было не так. Девочки не было, а в моих руках ребенок. Прошло 17 лет, чувство, что все было вчера.
И все же, будто это было миллион лет назад. Признаю, поначалу у меня были сомнения насчет того ребенка. Мог ли я любить ее? Ее существование было совершенно необъяснимым. Я думал, она может быть той девушкой, которая отобрала у меня любимую дочь. Это побуждало горечь и гнев. Были моменты, когда я обхватывал руками ее маленькую тонкую шейку. Несколько раз я даже думал бросить ее. Вот какой я ужасный человек. Но все-таки решил вырастить ее. Я просто не мог позволить ей исчезнуть, когда она... Когда ты смотришь на меня, ты смеешься, то... Даже сейчас я не могу забыть ту девочку, но я люблю тебя. Насчет этого у меня нет сомнений. Это единственное, во что я прошу тебя поверить. Моей любимой дочери Гарри Мейсон. Вот такой вот краткий пересказ, что происходило в первой части игры Silent Hill. Как ни странно, теперь на карте госпиталь Брукхевен отмечен. Но если вы присмотритесь, то он как бы написан другим шрифтом. То ли это что-то может значить, либо разработчики просто потеряли старый шрифт и воспользовались каким-то другим, нанеся его на старую карту из Silent Hill 2. Вообще, на самом деле, разработчики очень схалтурили с городом в третьей части Silent Hill. Дело в том, что они его просто тупо скопировали из второй части. Навставляли сюда монстров из третьей части. И сделали туман еще более плотным. Возможно, из-за того, что модели главной героини и противников стали просто более детализированными. И чтобы старушка PlayStation 2 это все потянула, разработчики сделали туман очень плотным. И, как мне кажется, он стал даже менее живым, чем во второй части. Итак, мы опять направляемся в старый добрый госпиталь. Да, разработчики здесь халтурили не только с городом, но и с тем, что нам опять придется спасти все тот же чертов госпиталь. Единственное место, которое можно здесь посетить, это Ночь в раю. Старый добрый стриптиз-бар. И там будет некая пасхалочка. Я бы даже сказал, такая сюжетная пасхалка, которая проясняет, откуда черпал вдохновение Джеймс Сандерленд, когда создавал в своем воображении Марию. Здесь также можно найти немного провизии. Это туристическая брошюра. Я забыла, но ведь правда, Silent Hill изначально был курортным городком. Добро пожаловать в Silent Hill. Silent Hill – тихий маленький городок на берегу озера. Мы счастливы видеть вас здесь. Выделите немного времени из вашего напряженного графика и насладитесь здесь великолепным отпуском. Ряд за рядом старые дома, великолепный горный ландшафт и озеро, которое в разное время суток от рассвета до позднего вечера по-новому являет наблюдателю свою красоту. Silent Hill тронет вас и наполнит чувством глубокого умиротворения. Я надеюсь, что вы с удовольствием проведете здесь время, и впечатления останутся надолго. Редактор Роджер Уидмарк. Мы уже находили, по-моему, такую же либо подобную брошюру во второй части Silent Hill. И, к сожалению, я не знаю, по какой причине, но у меня пропали пасхалки. Возможно, из-за того, что у меня какой-то был сбой в игре. Но реально, похоже, пасхалки пропали, потому что... А, нет, нет, пасхалка осталась. Журнал есть. Почему тогда не было пасхалки с почтовым ящиком, непонятно. Это рекламный постер этого клуба. На нем изображена женщина с длинными черными волосами. Возвращение Леди Марии. 27-го с 20.00. Как вы можете посмотреть, на плакате изображена Леди Мария. Но это совсем другая Мария. Не та, которую видел Джеймс. Просто-напросто Джеймс бывал в этом баре и взял от этой Марии только ее имя.
а все остальное срисовал с образа своей жены. Кто-то здесь... Можно разглядеть маятников немножко поближе. Как вы можете заметить, как бы склеены из двух частей два тела, которые издают противный звук и пытаются нас разрезать. Перкинг Онли. На самом деле, вот эти надписи, они написаны с ошибками. Не Перкинг, а по идее паркинг. Перкинг. И мы попадаем в госпиталь Брукхевен. О, черт. Кто-то нас уже встречает, похоже. Эти ахи-вздухи. Я взяла карту госпиталя. Она абсолютно ничем не изменилась. Что у нас здесь? Дверь сломана. Здесь даже есть компьютер. Прогресс. Это, наверное, первый и единственный компьютер, который вообще можно встретить в игре. Мне, наверное, на полке нет ничего интересного. Лечебный напиток. Похоже, здесь все. Так, давайте возьмем что-нибудь в руки. Например, катану. Бамс. Столько таблеток, хизер и различных бутылок, а ты ничего не хочешь брать. Здесь много различных лекарств, но ни одно из них не выглядит полезным. Я думаю, лучше все это оставить тут. Ну да. Кто здесь, мать вашу? Что за чертовы звуки? Медсестры! Палочками, выручалочками. В отличие от второй части, сестры здесь выглядят более по-человечески. У них все в порядке с головами. Черт. Да умри ты уже. Немножечко пошустрее бы орудовала свои катаны. Уж больно медленная. Так, меня подбили, но я еще жив. Замок сломан. Так, тут, как всегда, на первом этаже все попереломано. Но не все. Какая-то куколка и записочка. Тут, вероятно, были и дети. Я тоже играла с такими куклами, когда была маленькой. Эта вещь действительно вызывает воспоминания. Этот день наконец-то наступил. Именно день, когда ты и я встретимся. Я всегда думал о тебе там, в той мрачной камере. Я даже не знал твоего имени и не видел твоего лица до сегодняшнего дня. Но теперь я знаю, что ты та, которую я ждал. А ты разве не ждала меня? Ведь поэтому-то ты и пришла спасти меня. О, как я люблю тебя, Хизер. Я хочу дать тебе мою драгоценную куклу, которую я сделал в честь нашей встречи, в честь начала этой вечной любви. Ах, я уже вижу, как ты улыбаешься. Стэнли Колман. Так, нет, это не Леонард, которого мы ищем. Это некий Стэнли Колман. Отвратительно, я к этому даже трехметровой палкой не притронусь. Ух ты, Хизер, как ты резко поменяла свое
отношение к этой кукле. То, блин, воспоминания ей там какие-то навеевали, то сразу даже трехметровая палка не хочет касаться. Так, что у нас осталось? Раз, еще куча дверей. Давайте пройдем по периметру. Попробуем потыркаться в каждую. Здесь заперто. Здесь сломано. Здесь открыто. Но я думаю... Ой, мать твою! Я, пожалуй, повременю. О, я хочу исследовать этот холл. Сломано. Здесь никого нет. Двери завалило. Так, что у нас осталось? Карта здесь не переведена, но, в принципе, это не так уж и важно. Туалеты. Так, и еще на этой стороне двери. Открыто. На холодильник прилеплена записка. Только для еды. Лекарства не хранить. Я вот думаю, правильно ли хранить лечебные напитки здесь. Я взяла лечебный напиток. Только для еды. Лекарства не хранить. Отлично. Так, тут у нас все сломано. Тоже сломано. Здесь явно какие-то записки лежат. На столе ничего интересного. Хм. А здесь? Это медицинские записи или что-то в этом роде. Это парни по имени Леонард. О, он-то нам и нужен. Может, это быть тот самый Леонард, о котором говорил Винсент? Палата С-12. Наблюдаются некоторые слуховые и визуальные галлюцинации, эмоциональная нестабильность, навязчивые идеи, предположительная легкая шизофрения. Продолжим наблюдение. Обычно спокойный и отзывчивый, обладает сильным чувством справедливости. Впрочем, согласно отчетам, при перевозбуждении чрезвычайно склонен к насилию. Другая запись про Стэнли Колмана, дневник которого мы уже успели прочитать. Палата С-7. Обычно пассивен и труслив. Весьма эгоистичен. Иногда наблюдается навязчивая привязанность к какой-либо женщине. Были насильственные инциденты на этой почве. Будьте внимательны. Да уж, это уже не сильно воодушевляет. А, тут на доске что-то написано, но меня это не волнует. Так, здесь мы вроде закончили. У нас еще есть лифт и отсек с палатами. С7 и С12. Это на третьем этаже. Ну что ж, выдвигаемся дальше.